Итак, всем здорово. Что-то решил снять вот видеоурок. Проснулся только что. Вот, и решил снять видеоурок на песню Flood, как вы уже, наверное, догадались, группы The Ritzies. Итак, я расскажу о нескольких способах, как ее можно поиграть, попеть. Значит, первый способ с каподастром на первом ладу. Первый аккорд F, D, S, M. Е. Третий аккорд А. И можно чередовать с аккордом А с мизинцем на пятом ладу. Ну, если считать от каподастра, да? С каподастром почему? Потому что здесь второй, третий и третий аккорд повторяется два раза, то есть получается три аккорда играются с барре на одном и том же месте, и всю песню. Это неудобно, и можно просто поставить каподастр, и он будет зажимать за вас барре всю песню, а вы будете спокойно ставить обычные аккорды. Ну, я про второй и третий. Вот, играете их просто, там, допустим, бас два раза и по нижним струнам два раза. Потом один раз бас и по нижним струнам два раза. Или там. Вот третий аккорд, можно его как бы. Если у вас нет каподастра, вы играете те же аккорды, но они получаются уже G, F, A, D, S.
А диез можно ставить здесь, на шестом ладу, как F, только на шестом ладу. Третий способ – это укулелешный способ. Значит, опять же, если у вас есть капо, ставим его на пятый лад, для того, чтобы имитировать укулеле. Первый аккорд. Ну, если рассматривать аккорды, будто бы это первый лад – ДМ. Второй аккорд – часть аккорда С. Поскольку на укулеле 4 струны, мы здесь используем только 4 струны. Да? Первую, вторую, третью, четвертую. Ну вот, ставим как аккорд С, только он полностью ставится вот так, да. Мы, естественно, без этого пальца, без пятой струны. Вот, то есть как АМ, только без безымянного пальца. И третий аккорд. Это как F мажор 7 лесенкой. Но еще указательным пальцем мы зажимаем первую и вторую струны одновременно. Такой мини-барре. На первой и второй струне на первом ладу. Значит, в оригинале играется вот так. Или пальцами, без медиатора. Это значит... Вниз-вверх. Шесть раз. Получается раз, два, ну, три раза, по два раза, короче, да. Вот, потом переходите на С, чтобы быстро сыграть два раза. То есть... Потом ставим мизинец, оставляем аккорд С, ставим мизинец, играем. Пять раз. Чередование идет всегда здесь вниз-вверх, вниз-вверх. То есть переменный штрих боя. Вот так. Значит, пять раз с мизинцем. Потом убираем мизинец два раза. Играем без него. Потом ставим вот этот вот аккорд F. Это как бы часть аккорда F, только без первой и второй басов. То есть без пятой и шестой струны. Вот. Здесь тоже с мизинцем такая же история. А, на самом деле, указательный палец здесь не зажимает первую струну. Это просто вот F мажор 7 с чередованием мизинца. Я вспомнил, он здесь зажимает ее, когда вы играете боем эти аккорды. Сейчас. Да. Можно таким быстрым боем играть, тоже прикольно звучит. Вот такая история, собственно. Ну, можно их тоже играть перебором. Я не знаю, какой здесь перебор, просто я играю подряд, а потом назад. Поэкспериментируйте, начиная с басовой струны. Здесь, естественно, басовая струна четвертая. Можно играть полные аккорды. Тут еще один способ, тоже с капо на пятом ладу, можно играть вот эти полные аккорды, то есть ДМ, С, F.
Итак, подписывайтесь на канал, ставьте мне нравится, добавляйте в избранное, советуйте друзьям, репостите, делайте все, что душой угодно, играйте на гитаре, занимайтесь спортом. Следующий видеоурок, кстати, будет на песню «Письмо к женщине». Не пропустите, совсем скоро будет очень круто. Вот, так что, а я пошел пить кофе.